И всем привет, ребята и фанаты Капричи Дракона! И сегодня мы открываем долгожданную дневную фурию нового дракона из Капричи Дракона 3. Я очень долго ждала целый день, чтобы открыть дневную фурию, потому что я ее так люблю. Она мне так понравилась с первого трейлера. Ой, давайте рассмотрим уже коробочку и будем ее потихоньку открывать. Вот, она выглядит вот так вот вблизи, она очень красивая, она идет тоже с домиком, как и без звука, потому что это такой игровой набор, ну, с домиком. Она также будет светиться, потому что это все из одной коллекции. А на первом плане, так скажем, у нас, конечно же, домик, дневная фурия, и написано «How to train your dragon, the hidden world». Да, прикольные игрушки, мне первая понравилась Беззубик. Ну что ж, тут, в принципе, все такой же фон, то же самое, скрытый мир. И сбоку также нарисован Икинг и Беззубик. Все наши любимые старые персонажи, которые будут и в третьей части, конечно же. Так, а вот здесь у нас уже с другой стороны написано не Беззубик, а написано Light Fury. И, конечно же, так скажем, эмблема или как бы знак разящий. Это, так скажем, знак Беззубика и Дневной Фурии. Они из этого класса драконов. Ну, я думаю, тот, кто фанат, он это знает. Как бы я это уже давно знаю. Так. А вот здесь у нас сверху изображена как раз Дневная Фурия, которая просвечивается, светится, так скажем, под вот этим вот красивым фонариком. Мы это сегодня тоже будем проверять. Как же без этого? Очень красиво. Мне кажется, это будет так же прикольно, как и Беззубика. Ну что ж, давайте ее распаковывать. Так, и достаем наши ножнички. Вот у меня тут ножнички. Тоже Капричи Дракона. Мне и пенал, у меня все школьные Капричи Дракона. Так, ребят, вот я достала ножнички из моего пенала Капричи Дракона. И мои ножнички тоже Капричи Дракона. Ну, потому что, вы знаете, я фанат, и у меня все с этими вещами. Так, хочу сказать, что это открывается с двух сторон, чтобы вы не думали, это с этой стороны и с этой. Я это заметила, так скажем, недавно, когда изучала коробку. Но вот с этих сторон я вам не советую, если вы не хотите портить упаковку. Лучше с этой стороны. Я, так скажем, не люблю рвать упаковки, поэтому мне это кажется не совсем как-то правильно. Как бы. Так, все. Так, вот точно такая же упаковочка. Давайте, как я достаю? Текс. О, ну как обычно, все падает, что неудивительно у меня. Так, значит, у нас такие же бумажки всякие, тоже инструкция точно такая же, как у Беззубика была, но мы ее тоже посмотрим с вами. И вот он, Дневная Фурия! Ура! Ой, как я рада, поставьте лайк, потому что я так долго ждала, когда это дойдет. Ой. Так, давайте достанем вот эту упаковочку прозрачную, а потом уже будем домик. Так, как обычно мы достаем домик. Тоже Дневная Фурия, она, я так сказала, что она остается. И вот домик. Домик, конечно же, выглядит по-другому, потому что у Беззубика, как я говорила, она с такой, как, ну, как платформы здесь. Я не знаю, как это называется, но, скорее всего, как платформа такая. Поэтому Дневная Фурия, он такой скромненький домик, не царский домик, не царский, обычный домик. Так как у нас Беззубик король, у него королевский дом, а у Дневной Фурии как-то странно, что он не царский такой. Ну что ж, давайте посмотрим домик. Он точно такой же, как, так скажем, у Беззубика. То есть точно такой же с кристалликами и все такое же. Но есть отличие. Он зеленого цвета, в отличие чем у Беззубика. Тут вот такое, как бы, скорее всего, даже не фиолетовый, как бы сказать, такой, наверное, сиреневый тут цвет. Да, сиреневый. Тут бирюзовый, скорее всего, а тут такой яркий, такой, ну, такой, не знаю даже, как сказать. Но это голубой цвет, это ближе голубой, чем синий. Вообще у них такие цвета красивые. Здесь у нас вот такая как полосочка идет, она фиолетового цвета. А этот кристаллик, они тоже фиолетового цвета. Очень красиво, очень. Значит, с другой стороны у нас выглядит,
немножечко, так скажем, не так ярко, но тоже очень красиво. Они не забыли и про заднюю сторону, тоже все оформили красиво. Так, домик мы уже рассмотрели, я вам еще покажу в инструкции там, что нужны тоже батарейки, хотя я могу вам и просто это сказать, так как, ну, вот тут отсек, для него нужны, как я и говорила в том видео, 3 батарейки, как я их называю, таблеточки, такие малюсенькие. Но вы их можете купить в любом магазине, как бы, почти в любом, мне кажется. Так, давайте теперь возьмем нашу телефон, ой, как я рада. Так, сейчас мы ее откроем. Сейчас, оп, все. Ой, как я рада. Ой, какая, ой, она прям как кошечка. Ну, не удивляйтесь, у Кати все падает, не удивляйтесь. Ну, как кошечка, вы только посмотри. Ой, она как кошечка, такая лапочка. Вот, я не знаю, вам сейчас, наверное, плохо видно, сейчас на стол. Она вот так вот лапочку. Ой, она как киська, ой, она как кися. Такая красивая. Ой, так лапочку так красиво подняла. Ой, какая грациозная. Ой, как она мне нравится. Ой, очень. Вообще такая. Сзади она выглядит так, она отличается. От безбека это как это, так скажем, ну, не 2 разных вида, но они похожи, но немножко отличаются. Вот у нее хвост, у нее такой более плавный, более грациозный. А у беззубика все такое остренькое, все такое. Ну, как у мальчика, все такое резкое. А у нее все такое элегантное, грациозное. Она же девочка все же. Так, ну, давайте посмотрим всякие инструкции. Вот. Она точно, я говорю, такая же инструкция, как у беззубика. Но только там изображена у нас, конечно же, дневная пыль. Вот. Инструкция, вот. Сейчас мы посмотрим, как наша дневная фурия будет светиться. Вот, я вам показываю, что вот домик тоже, видите, вот, светится. Просто, если что, чтобы вы видели, так скажем. С этой стороны он тоже светится. Все видно. Так, ребята, смотрите, вот вам видно, я надеюсь, вот я вот так сделаю. Вот так, так, вот такой. Она падает, я знаю, она падает. Я это уже поняла. Вот так вот вам видно? Так, вот. Все видно, надеюсь. Вам вот очень, ой, очень красиво у него. Так вот, крылышки тоже, как у беззубика, светятся. По поводу морочки, я не знаю, сейчас посмотрим. Я ее переверну аккуратненько, быстренько. Ну, я думаю, у нее тоже морочка светится, но, может, не так красиво, как у беззубика. Просто беззубик, он такой красивый. Видно, да? Морочка тоже светится, да, вот. Я тоже вижу, очень красиво. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть при выключенном свете. Так, вот, в выключенном свете это вот так выглядит очень красиво. У нее спинка вообще прям вот, прям вообще. Сейчас вам покажу мордочку, сейчас. Мордочку у него, вы заметите, видно, да, мордочку вам, да? Мордочку у него тоже, я не знаю, это как у него какой-то, не знаю, символ, может быть, не символ. Я еще не смотрела третью часть, поэтому точно вам сказать я не могу, что это, но... Очень красиво, очень она, правда, красивая. Но, мое мнение, мне кажется, что у беззубика у него как-то побольше частей, но сразу говорю, это мое мнение, ваше мнение по-другому. Кстати, напишите в комментариях, как вам больше нравится, когда дневная фурия светится или когда беззубик светится. Напишите в комментариях. И, ребята, я вам напоминаю, те, кто не смотрели мое видео, как я открываю беззубика, кстати, обязательно посмотрите, вам будет очень интересно. Я хочу вам сказать, что вот эти игрушки, ну вот именно вот такой наборчик, стоит около 1500. Напоминаю вам, что если вы захотите приобрести такой наборчик, то он будет стоить вот такой вот суммой. Ну, это по крайней мере в детском мире. Я покупала, кстати, в детском мире. Это цена детского мира. Может быть, в каких-нибудь магазинах вы знаете другую цену. Ну, я именно покупала в детском мире. Очень хорошая игрушка. И что вам еще хочу сказать, если вам она самим нравится, то поставьте лайк. Это потому что мне вот прям вообще мне просто не слов, потому что я очень давно хотела эту игрушку. Ну, мне так кажется, что эта игрушка тоже хорошая, ничем не хуже беззубика, ничем, ни капли, очень хорошая. Во-первых, это новый персонаж, это мне уже нравится. Я люблю новых персонажей, вы такого ничего не подумайте. Ну и старых я тоже люблю, такие как Беззубика, там всякие Крангиды, там много драконов. Я их очень люблю и ценю. Поэтому, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Все.
Всем пока!